Здрастите. Чё орёл, блядь? Да я ничего, нет. Я тебе, блядь, слово давал, сука. Чего? Молчать, блядь! Ну что, все шутки шутишь? Да нет. Нет? Училище какое заканчивал? В шестом. Так. Ну я тебе сейчас лекцию прочитаю. Хорошо. Сиди вон туда, блядь, садись туда, сука. Молчи, блядь, пасть свою заткни. Ему пасть свою заткни! Значит, японцы перед Второй мировой войной, а именно адмирал Ямамото, задумали расхуячить американский флот на Гавайских островах. То, что потом вошло в историю, как катастрофа в Перл-Харбор. Слушай и запоминай. Командующий налета на Перл-Харбор был адмирал Нагума. Средний офицер на самом деле. Ну, исполнительный, безусловно. Профессионал. Но без фантазии. У японцев вообще людей с фантазиями было немного. Дерьмо на палочке. Ничего, блядь, не знаешь, ничего не можешь. Что ты вообще, блядь, в армии делаешь? Молчать! Какие самолеты были на этих авианосцах? А? Неа! Самолеты какие были? Какой самый известный самолет на Тихоокеанском театре военных действий? Тигр. Чего? Так, ну сейчас чай принесу. Мы с тобой продолжим. Ты хоть и полный идиот, но я думаю, что тебе эта информация будет полезна.